Ультразвуковая зубная щетка Olibro. Привет! 5 режимов, регулятор вибрации, чехол и 6 насадок. Опыт пользования подобными щетками у нас есть, так как с женой мы являемся владельцами зубных щеток от бренда Xiaomi. Но эта модель мне больше понравилась, поэтому я решил оставить ее себе. И в конце видео я объясню почему. Цена этого комплекта $49.99. Есть 3 варианта цвета, черный, розовый и белый. Упаковано все отлично, внутри еще дополнительных 3 бокса. Зубная щетка находится в пластиковом боксе. Он отлично подходит для хранения. Особенно если вы путешествуете, этот вариант отлично вам подойдет. Обратите внимание, что в комплекте входит 2 насадки. Одна для вас, вторая про запас. Но еще можно использовать одну для вас, а вторую для половинки. То есть одна зубная щетка заменяет сразу 2. Также дополнительно для будущей замены находятся еще 4 насадки. Зарядная станция вместе с кабелем для зарядки. И инструкция, в которой указано, что аккумулятор емкостью 700 мА будет заряжаться до 18 часов. Итак, достаем зубную щетку и одеваем насадку. Между корпусом и насадкой должен быть небольшой зазор 2-3 мм. Сборка зубной щетки отличная. Кстати, она имеет защиту IPX7 с защитой от воды. Отчетливо видны режимы с элементами управления. Если включить один из режимов и установить ее на поверхность, то можно увидеть, как от вибрации она прям-таки оживает. В ней есть 5 режимов. Обычный, полировка, отбеливание, чувствительный и режим массажа. Каждый режим отличается количеством импульсов в минуту, а также интенсивностью. Обратите внимание, что в каждом режиме есть регулировка мощности. Можно добавить и убавить. Вот именно этим мне и нравится эта зубная щетка. По мощности колебаний она гораздо мощнее. В нашей щетке Xiaomi таких режимов нет. Да, собственно, вы и сами можете посмотреть обзор на эту зубную щетку в подсказках. Гибкость настройки режимов радует. Выходит, что 5 режимов, плюс в каждом режиме есть 3 регулятора мощности. Итого в целом выходит 5 режимов и еще 10 подрежимов. Во время чистки каждые 30 секунд делается кратковременная пауза, которая помогает понять, что нужно поменять сторону чистки зубов. Общее время чистки занимает 2 минуты. Если вам мало, можете включить еще раз и продолжить, либо на этом режиме, либо на другом. В этой ультразвуковой щетке отсутствует Bluetooth. Другими словами, ее нельзя отнести к умному гаджету. И хотя в нашей зубной щетке от Xiaomi есть Bluetooth для просмотра статистики, мы им пользуемся очень редко. А вот щетинки насадки используются такие же, как и у компании Xiaomi от бренда DuPont. Они выполнены из высококачественного сырья, имеют умеренную жесткость и невысокий показатель абсорбирования. Кстати, от одной зарядки, если чистить 2 раза в день, то ее будет хватать практически на месяц. После завершения чистки зубов каждый раз внизу загорается индикатор. Он имеет несколько цветов и с легкостью подскажет вам, когда нужно поставить на зарядку зубную щетку. Для этого просто необходимо установить ее на подставку, и зарядка начинается. Ссылка есть в описании. Надеюсь, вы оцените труды лайком. До встречи в новых видео.